эти перепуганные глаза? Где-то мы их видели уже. Я не могу тебе дать больше, чем 15-16 лет. Но это такая свежесть, юность. Ты похожа на такого мультяшного олененка Бэмби. Ты готова посмотреть на себя? Готова. Дима, поворачивай. О, Боже! Ты как? Я в шоке. Да, Оля, это ты. Я вообще другая, я себя не узнаю абсолютно. Это настолько круто, я вам передать не могу. Просто, чтобы это понять, наверное, оказаться надо сейчас на моем месте. Класс, спасибо большое. Всегда рад помочь. Я уверена, что Оля за время своего первого посещения салона красоты поняла, что это отдых. Пусть все теперь будут и муж, и свекровь, и подруги пусть видят. Теперь им до тебя не дотянуться. Я хочу увидеть их лица, я хочу увидеть ихнюю реакцию на меня вот такую. Вообще, смогут ли они меня узнать в таком виде? Ну, как ты думаешь, мужу понравится? Думаю, да. Ну, так пойдем его удивлять. Пойдем. Это тебе. Боже, я в таком шоке, мне это так понравилось. А я не думал, что она так изменится. Я думаю, что она теперь будет так выглядеть всегда. В глазах Славика я увидела снова любовь, снова искры. То, что она меня совершенно по-другому смотрит, как заново влюбились друг в друга. Ой, Боже, как это плакать, ну? Блин, красавица. Я счастлива, что все так получилось.